Два в одном. Открытие нового зала и выставки. Щелковский историко-краеведческий музей открылся после ремонта с обновленной экспозицией «Керамические этюды. Традиции Абрамцева». Малый зал музея после ремонта явно преобразился, стал более оснащенным и освещенным. Мы поменяли немножко экспозицию, сделали другие акценты. Там появились такие уголочки приятные. Благодаря новому освещению. Ремонт в исторических стенах дался непросто, как говорит Наталья Богданова, но преодолеть факторы помог сплоченный коллектив и, конечно, всесторонняя поддержка, в том числе материальная. Конечно же, нам помогали спонсоры, но все равно ремонт был сделан за бюджетные деньги. Для зрителей, пришедших на открытие, приятным сюрпризом стало не только открытие обновленного зала, но и восхитительная выставка керамики. Великолепный зал, замечательная коллекция костюмов. Мне все очень понравилось. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас как можно больше было вот таких замечательных событий, когда вы открываете новые выставки, новые залы и приглашаете на чемпионат. Я вас всех поздравляю, тех, что вы открываете новые площадки для того, для экспонатов. Уверен, что вы еще новые откроете дополнительно. Это здорово. О выставке «Керамические этюды. Традиции Абрамцева» можно рассказать многое, но, несомненно, лучше увидеть ее собственными глазами. Выставка размышления. Ни один предмет нельзя просто пройти мимо и просто, ну, вот это я знаю, это яблоко, вот эта чашка, вот эта ложка. Каждый предмет – это загадка. Авторы шедевров – три художницы – Анна Андрианова, Базлова Екатерина и Анна Филиппова. Для них керамика – особый материал, а работа с ним – особый процесс. Рабочий процесс происходит бок о бок. Иногда часто советуемся, конечно. У нас это называется, например, когда у кого-то какие-то сомнения, мы называем «девчонки, худсовет». И, значит, мы собираемся, ну и обсуждаем что-то. Кто-то говорит, там, вот это плохо, что-то советуем. Ну, то есть, такой, знаете, мозговой штурм своеобразный. Для художниц этот день стал знаковым, как-никак в обновленных стенах, хотя не в первый раз и, как говорится, не в последний, представлены их творения. Своеобразный старт. Для нас это теперь тоже. Мы всегда помним, что наша первая выставка была в Щелково. Выставка «Керамические этюды. Традиции Абрамцева» будет продолжаться месяц, так что насладиться искусством вам удастся. Лилия Тимиева, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».